Сначала гарантийный и только после него капитальный. В Заречном составлен график ремонта автомобильных дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2018-м, как и в предыдущие годы, аукцион на выполнение этих работ выиграло Пензенское дорожно-строительное управление. Планируется, что контракт с этой организацией будет подписан 30 марта. К выполнению своих обязанностей подрядчик приступит, как только позволят погодные условия. Где-то в апреле месяце данное обследование проведем с тем, чтобы зафиксировать все недостатки, которые у нас есть сейчас. И уже в мае при наступлении погоды соответствующей приступить к гарантийному ремонту. Мы все-таки сейчас мониторинг-то проводили вот до последнего снегопада. Объем таких работ будет не очень большой, я имею в виду гарантийный ремонт. Одновременно с устранением повреждений дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств в Заречном будет проходить и ямочный ремонт. А вот капитальному, по словам заместителя главы администрации Сергея Воронянского, планируется приступить во второй половине мая. Это две улицы, улица Озерская от улицы Ахунской, участок от улицы Ахунской до 33-й Победы, и два участка улицы Ленина, которые у нас в прошлом году не попали в ремонт, там, от Проходной до Строителей, и от 33-й Победы до Зеленой. Кроме того, мы сейчас провели в рамках БКД фотофиксацию состояния этих дорог, значит, в формате до производства работ, будем проводить также во время работ фото- и видеофиксацию, и, соответственно, после выполнения работ. В 2018 году компанией, которая будет проводить ремонт проезжих частей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», предстоит соблюсти ряд новых требований. Теперь подрядная организация должна составить гарантийный паспорт сроком на 5 лет. Также в обязанности исполнителя будет входить лабораторное и инструментальное обследование качества выполненного ремонта с оформлением соответствующего заключения. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».